1943. Вот уже 2 года шла самая страшная из войн. Для солдат Красной Армии остались позади поражения 41-го и отступления 42-го. Пришло время освобождать свою землю от вражеского нашествия. Миллионы мужчин и женщин вынуждены были оставить своих близких и мирные профессии, чтобы научиться иному ремеслу. Вчерашние рабочие, инженеры, учителя и студенты стали танкистами, разведчиками, пехотинцами и летчиками, артиллеристами и подводниками. Они научились профессионально воевать, выживать и побеждать. Наш рассказ о тех, кто победил в этой войне, о тех, кто освобождал города и села, нашу землю, нашу родину, наш народ. Наш рассказ об освободителях. Лето было на редкость сухое и на редкость душное. Среди полей виднелись уцелевшие чудом дома, где остались считанные жители. А над полями стоял гул, который к вечеру переходил в грохот и лязг гусениц и рев моторов. В облаках пыли и дыма шли танки, новенькие, свежевыкрашенные. Их вели экипажи, командирами которых были 20-летние мальчишки. Через несколько дней под Курском им предстояло вступить в одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны, став его главными героями. Июль 1943 года. Освободители шли к Курской дуге. Александр Бурцев, Григорий Шишкин, Александр Боднарь и другие в фильме «Танкисты» из цикла «Освободители». До войны с популярностью танкистов могли сравниться лишь летчики-истребители. Быть танкистом значило не только иметь высокую заработную плату и полное довольствие, но еще и форму серо-стального цвета, кожаные куртки и танковые шлемы, или как их называли сами танкисты, танкошлемы. Кадровый советский командир танкист обучался 2 года. Он изучал все виды танков, которые были в Красной Армии. Его учили водить танк, стрелять из пушки и пулеметов, давали знания по тактике танкового боя. Он был не только командиром боевой машины, но и мог выполнять обязанности любого члена экипажа. Однако начавшаяся война стала для танкистов и их техники испытанием куда более серьезным, чем того ожидали. На 1 июня 1941 года Германия имела 5639 танков и самоходных артиллерийских установок. К первому дню войны 2/3 всех этих машин было сосредоточено немцами на границе для нападения на Советский Союз. Маршал бронетанковых войск Катуков писал: кроме немецких, здесь были чехословацкие машины завода «Шкода», французские «Шнайдер-Кризо», «Рено» и даже захваченные в Польше танкетки английских заводов. Я убедился, что на Гитлера работала вся промышленно развитая Европа. Немецкие танковые войска включали в себя 4 танковые группы, которые являлись основой немецких ударных группировок. Они должны были прокладывать путь пехоте, стремительно продвигаться вперед, взламывать оборону и устремляться на большой скорости к главным объектам операции. В их задачу не входило удержание определенной территории. Главным образом, они должны были прорываться вперед для дезорганизации работы тыла и нарушения обороны на тыловых рубежах. Для этого в состав танковых групп входили полевая и зенитная артиллерии, мотоциклетные части, большое количество автомобилей, а также специально выделялись авиационные корпуса один на группу. На удар немецких танковых клиньев советское командование ответило введением в бой танковых соединений, состоящих в основном из легких танков БТ-7 и Т-26. Советские танковые войска находились в процессе перевооружения. Новые танки Т-34 и КВ, превосходившие немецкие по всем показателям, только начали поступать в части, и личный состав зачастую просто не успевал освоить новую технику. В результате даже малейшая поломка этих танков приводила к тому, что их просто бросали на дороге. Потери подобного рода были очень велики. К
концу осени 1941 года из более чем 30 тысяч танков, находившихся на вооружении Красной Армии, было потеряно 20 тысяч, большинство из которых были брошены бойцами из-за поломок, отсутствия горючего или снарядов. Многие танкисты сменили свою униформу на защитные гимнастерки пехотинцев, оставив себе лишь танкошлемы. Но они все равно оставались танкистами. Лишь в конце декабря 1942 года, когда эвакуированная на Урал промышленность начала производить танки в прежних объемах, последовал приказ Сталина. Предписывалось всех танкистов, находящихся в других родах войск, немедленно направить в распоряжение автобронетанкового управления Красной Армии. Приказ завершался фразой: «Впредь использование личного состава танкистов всех вышеуказанных категорий специальности не по назначению кому бы то ни было категорически запрещаю». Попытки создания крупных танковых соединений предпринимались советским командованием и ранее. Однако отсутствие отработанной организационной структуры, а главное командиров, способных управлять такой массой техники, приводило к высоким потерям. Немецкий генерал фон Меллентин писал: «Нам казалось, что русские создали инструмент, которым они никогда не научатся владеть. Однако уже зимой 42-43 года в их тактике появились первые признаки улучшения». К началу 43-го года советское командование научилось многому. В вооруженных силах СССР вновь началось формирование танковых армий, но уже с учетом прежних ошибок и просчетов. И вот приближалась битва, которая должна была стать проверкой правильности этого решения. После поражения немцев под Сталинградом Красная Армия перешла в наступление, которое продолжалось до марта 43-го года и было остановлено контрударом вермахта на Восточной Украине. В центре Советско-Германского фронта образовался огромный, обращенный на запад выступ, занятый советскими войсками – Курская дуга. Стратегическая инициатива, то есть возможность выбора направления и времени удара, оставалась в руках немецкого командования. Советским военачальникам приходилось предугадывать действия противника. Все внимание командования Красной Армии было сосредоточено на данных фронтовой разведки. Сведения о передвижении немецких войск непрерывно поступали в Ставку. И уже к 8 апреля Жуков сумел предугадать силу и общее направление немецких ударов по Курской дуге. Немецкий план носил название «Цитадель». Он предусматривал два одновременных удара – войсками Моделя с севера из района города Орла и войсками Манштейна с юга из района Белгорода. Их задачей было окружить и уничтожить крупную группировку советских войск. Жуков понимал, что успех обороны Курской дуги во многом зависит от действий советских танковых армий. Тяжелые поражения 41 года привели не только к потере практически всех танков, находившихся в западных округах, но главное – кадровых танкистов. Их нехватка стала очевидна еще летом 42 года. Чтобы укомплектовать вновь формируемые танковые армии офицерами, Сталин приказал фронтам ежемесячно направлять в танковые училища не менее 5000 человек рядовых и сержантов с образованием 7 классов и выше. В учебные танковые полки для подготовки сержантского состава ежемесячно с фронта отзывалось 8 тысяч солдат с образованием не ниже 3 классов. Они становились стрелками-радистами, механиками-водителями и заряжающими. Помимо фронтовиков, на училищную скамью садились и вчерашние выпускники средних школ, и трактористы, и комбайнеры. Курс обучения был сокращен с 2 лет до 6 месяцев, а программа урезана до минимума. И все равно времени катастрофически не хватало, и заниматься приходилось по 12 часов в день. Вспоминает Григорий Шишкин. Те, кто имел троечки, четверочки, получали звание «младший лейтенант». А одному парню дали звание младшего лейтенанта за неуважение к технике. Когда сдавали экзамены, было холодно. Его спрашивают: где ведущее колесо? Он пнул его ногой. Вот. Ну и снизили звание. Вспоминает Василий Брюхов. Когда нас выпускали, начальник училища сказал: «Ну что же, сынки, мы понимаем, что вы программу быстро проскочили, знаний у вас твердых нет, но в бою доучитесь».
Свежеиспеченные лейтенанты отправлялись на танковые заводы в Горький, Нижний Тагил, Челябинск и Омск. С конвейеров каждого из этих заводов ежедневно сходил батальон танков Т-34. Молодой командир получал специальный танковый формуляр, который он заполнял при эксплуатации танка. Также командиру выдавали перочинный нож и часы, которые устанавливали на приборной доске. Однако танкисты нередко носили их с собой. Наручные или карманные часы в ту пору были далеко не у каждого. Иногда танкисту выдавали шелковый платок для фильтрации топлива. Но со временем необходимость в нем отпала. Танки и насосы для заправки топливом стали оснащаться достаточно качественными фильтрами. Здесь же, на заводе, командир наскоро знакомился с экипажем. Вместе они составляли команду из 4 человек. Чаще всего командир танка имел звание лейтенанта или младшего лейтенанта. Заряжающий, или как его называли, башнер, был вторым по должности человеком в экипаже после командира и чаще всего носил воинское звание старшины. Механик-водитель – сержант или старший сержант. Стрелок-радист также имел звание не ниже ефрейтора. Получив на заводе танк, экипаж совершал 50-километровый марш, который заканчивался боевой стрельбой. После этого танки грузили на платформы, и эшелон мчал их на запад, на фронт, навстречу судьбе. К лету 43-го года изменилась не только структура, но и вооружение танковых войск. Т-34 стал основной боевой машиной, понемногу заменяя устаревшие танки Т-26 и БТ. Это был маневренный и быстрый средний танк с отработанным надежным дизельным двигателем и наклонной броней. Танк Т-34, ставший одной из легенд Великой Отечественной войны, был создан конструкторским бюро под руководством выдающегося советского инженера Михаила Ильича Кошкина. Два первых опытных образца были изготовлены и переданы на испытание еще 10 февраля 1940 года. А 17 марта Т-34 вместе с другими боевыми машинами был доставлен в Кремль и продемонстрирован Сталину и членам советского правительства. Вспоминает командир танка лейтенант Александр Бурцев. Наклонная броня была предметом особой гордости танкистов. В Т-34 она тоньше, чем у «Пантер» и «Тигров». Общая толщина примерно 45 мм. Но поскольку она располагалась под углом, то гипотенуза составляла примерно 90 мм, что затрудняло ее пробитие. 34-ки, выдвинутые к Курской дуге, были вооружены длинноствольной 76-мм пушкой. Ее бронебойный снаряд пробивал 70-мм броню уже с расстояния в 1 километр. Немцы также готовились к Курской битве. Их инженеры создали новые виды танков. Знаменитый, так называемый, немецкий зверинец Т-5 «Пантера» и Т-6 «Тигр». Тяжелый танк «Тигр» был без сомнения одним из лучших танков Второй мировой войны. Но введение в строй новой техники порождало у немцев те же проблемы, которые танкисты Красной Армии уже пережили в 41-м году. Основной проблемой «Тигров» был быстрый выход из строя во время марша. Дистанции на Восточном фронте были немалые, а ремонт новой техники требовал квалифицированных специалистов и наличия запчастей. Зачастую их не хватало, как не хватало и топлива, которого «Тиграм» нужно было много. В результате уже не советские, а немецкие экипажи просто бросали танки прямо на дорогах. Кроме введения в бой новых танков, было усилено бронирование и обновлены пушки у старых Т-3 и Т-4. Модернизированные Т-3 пробивали лобовую броню 34-ки с расстояния 500 метров, а бортовую – с 900. Показатели Т-34 с 76-мм пушкой в противоборстве с этой машиной были примерно такими. Немецкий танк Т-4 с его модернизированными броней и пушкой уже превосходил 34-ку образца 41-43 годов.
Дуэль Т-34 с «Пантерой» или «Тигром» на открытой местности в ту пору была просто самоубийством для советского танка. И «Пантеры», и «Тигры» могли пробить даже лобовую броню 34-ки с расстояния более 2 километров. А пушка Т-34 могла поразить «Пантеру» с 1300 метров и то лишь в борт. А «Тигр» только с 500 метров. Лобовая броня «Пантер» в 43-м году оказывалась по зубам советским танкистам только в ближнем бою, когда стреляли почти вплотную. Скорость танка во время боя 20-30 км в час. Таким образом, на Курской дуге советским танкам предстояло сражаться с противником, который имел возможность несколько раз уничтожить советский танк, прежде чем тот приблизится к врагу на расстоянии эффективного выстрела. Лишь в 1944 году появится Т-34-85 с 85-миллиметровой пушкой, танк, ставший символом победы Красной Армии, который смог на равных драться с немецким зверинцем. Летом же 43-го года все надежды возлагались вот на эту машину. Танк Т-34-76 был во многом революционной конструкцией. Он, как и любой переходный образец, сочетал в себе технические новинки и компромиссные конструкторские решения. На первых танках стояла устаревшая коробка передач, которая требовала очень хорошей выучки механиков-водителей. Вспоминает командир взвода лейтенант Александр Боднарь. Если механик-водитель не натренированный, то он может вместо первой передачи воткнуть четвертую, потому что она тоже назад, или вместо второй – третью, что приведет к поломке КПП. Навык переключения нужно довести до автоматизма, чтобы мог с закрытыми глазами переключать. Рукой переключить рычаг передачи было практически невозможно. Механики-водители помогали себе коленом, а иногда привлекали для этого сидевшего рядом стрелка-радиста. Грохот в танке стоял невероятный, а танковое переговорное устройство работало отвратительно, как, впрочем, и радиостанция. Поэтому для связи с механиком-водителем командир ставил ноги ему на плечи. Нажатие на плечи означало поворот, легкий удар по голове – вперед, толчок в спину – стой. Экипаж немецкого танка состоял из 5 человек, трое из которых располагались в башне. Экипаж Т-34 состоял всего из 4 человек, и место в башне было только для 2, поэтому командир танка выполнял обязанности и командира, и наводчика. Заряжающего с командиром разделяла пушка. Они могли переговариваться между собой, но чаще всего общение происходило жестами. Вспоминает Александр Боднарь. Сунул кулак заряжающему под нос, и он уже знает, что надо заряжать бронебойный снаряд, а растопыренную ладонь – осколочный. После выстрела башня наполнялась пороховыми газами, разъедающими глаза, а вентилятор, расположенный в башне, не успевал выдувать дым. Дымилась и стреляная гильза, которую заряжающему иногда приходилось выбрасывать из танка вручную еще горячей. Обитаемость и комфорт самих 34-ок были на минимально необходимом уровне. В наступлении танкистам приходилось спать прямо в танке в полусидячем положении. Стрелок-радист Т-34 – старший сержант Петр Кириченко. «Хоть я был длинный и худощавый, но приноровился спать на своем сиденье. Откидываешь спиночку, приспустишь валенки, чтобы броню ноги не мерзли, и спишь». Вспоминает Николай Александров. «Я за всю войну ни одного дня не спал на кровати. То на нарах, то на досках. Механики-радист обычно у себя на сиденье устраивались, а мы на бое укладки. Иногда доску на борту возили. Внутрь на погон башни поставишь и спишь». Если танковая часть переходила в оборону или занимала позицию в засаде, тогда для танков рылись специальные земляные укрытия – капониры. Зима, снег, мерзлая земля и 4 лопаты. Вспоминает Григорий Шишкин. Ты попробуй зимой выкопай яму 3 метра шириной, 6 метров длиной и почти 2 метра глубиной. А бывало только вкопаешь танк, команда, заводи машину, переезжаем на другое место, копаешь на другом месте.
Зимой танк промерзал и становился настоящим холодильником. Тогда экипаж вырывал траншею и загонял на нее сверху танк. Под днище устанавливалась специальная танковая печка, которую топили дровами. Печка была необходима для того, чтобы подогревалось и не замерзало масло в двигателе, и в случае необходимости танк можно было бы быстро завести. Она же служила источником тепла и для танкистов. В холодное время у печки собирался весь экипаж, здесь же и спали. Дно траншеи застилали ветками и шинелями, брезент прикрывал бреши. В таком блиндаже было не очень комфортно, но намного теплее, чем в самом танке или на улице. Начало Курского сражения неумолимо приближалось. Невиданное в истории войны количество бронированных машин замерло, готовое к решающей битве. Окончательный план действий советского командования был следующим: провести оборонительное сражение, измотать войска противника и в критический момент нанести контрудары по наступающим частям. Выполнять контрудары по измотанному противнику должны были вновь созданные армии: 1-я танковая армия Катукова, 2-я танковая армия Родина и 5-я гвардейская танковая армия Ротмистрова. В обороне и на переформировке воинских частей танкисты прежде всего приводили в порядок свою технику и только потом себя. Экипаж, невзирая на чины, заправлял машину горючим, загружал боеприпасами, чистил пушку, проверял прицел, оборудование и механизмы танка. Лишь после подготовки машины можно было вымыться, побриться, поесть, а главное — поспать. Танк был для экипажа и домом. Жили танкисты по-спартански. В наступлении помыться или переодеться возможности не было. Вспоминает Григорий Шишкин. Иной раз целый месяц не моешься, а иной раз нормально, раз в 10 дней помоешься. Баню делали так. В лесу строили шалаш, покрывали его лапником, на пол тоже лапник. Собиралось несколько экипажей. Один топит, другой дрова рубит, третий воду носит. В период интенсивных боев даже еду танкистам нередко доставляли только под конец дня. Сразу и завтрак, и обед, и ужин. Офицерам полагался дополнительный паёк, в который входили масло, сахар, конфеты. Есть паёк в одиночку командир считал неприличным, поэтому делился с экипажем. Продовольственные запасы экипаж хранил в танке, и в наступлении они были практически единственным источником пропитания. Вспоминает Михаил Шистер. Снабжение у танкистов всегда было хорошим. И, конечно же, продуктовые трофеи были для нас дополнительным пайком. А танковые НЗ съедали всегда еще до боев. А вдруг мы сгорим? Так зачем добру пропадать? Однажды подразделение, в которое входил танк Бурцева, захватило немецкую колонну с продовольствием. Колбасы, консервы, сыры – все это мы набили в танке. Неделю не могли съесть. Также в своих воспоминаниях ветераны рассказывали о продуктах, которыми их снабжало мирное население. Не обходилось и без спиртного. Вечером после боя можно было выпить наркомовские 100 грамм. А вот перед боем хороший командир всегда запрещал спиртное своему экипажу. Вспоминает Григорий Шишкин. Главное, кругом все выпивают. Саперы начинают: «Эй, вы, чернопузы, что же вам не дают?» Вначале ребята обижались, а потом поняли, что я для них стараюсь. После боя сколько хочешь пей, а перед боем ни в коем случае, потому что дорога каждая минута, каждая секунда. Оплошал – погиб. Отдохнули, сбросили усталость прошедших боев и снова в бой. Перед боем опытные фронтовики давали советы молодым. Во-первых, снять пружины с защелок люка, чтобы в случае ранения можно было его просто открыть головой. Во-вторых, почистить разъем танкового переговорного устройства, чтобы штекер легко вынимался и не дернул бы вниз, если потребуется выскакивать из горящего танка. В-третьих, снять ремень, спороть карманы с ватника, чтобы, выпрыгивая, не зацепиться. Эти советы спасли жизнь многим. Покинуть горящую машину могло помешать что угодно, даже неудобная одежда.
вспоминает Константин Шиц. «У нас командиром одной из рот был старший лейтенант Сирик. Видный такой мужик. Как-то захватили на станции богатые трофеи, и он стал носить хорошее длинное румынское пальто. Но когда их подбили, то экипаж успел выскочить, а он из-за этого пальто замешкался и сгорел». Кроме того, механики-водители подкручивали ограничитель оборотов двигателя, таким образом увеличивая его мощность. Это было запрещено. Двигатель быстро выходил из строя. Зато увеличенная мощность давала преимущество, которое становилось решающим в бою. Но в последние минуты перед сражением каждый оставался наедине со своими мыслями. В ночь на 5 июля из показаний пленных стало известно о точном времени наступления. Командующие Центральным и Воронежским фронтами незамедлительно приняли решение о проведении артиллерийской контрподготовки. Одновременно авиация нанесла удар по вражеским аэродромам. Однако эффективность массированного огня советской артиллерии оказалась достаточно высокой только в тех районах, где советской разведке удалось точно определить объекты противника. А утренний авианалет советских ВВС на немецкие аэродромы вообще закончился неудачей, поскольку самолеты Люфтваффе были уже в воздухе. Утром 5 июля немцы пошли в наступление. Операция «Цитадель» началась с визитной карточки «Блицкриг», мощной артиллерийской подготовки и воя пикировщиков. Вспоминает командир самоходки Василий Крысов. Не успели взорваться последние вражеские снаряды, как налетели пикирующие бомбардировщики. Группами по 20-30 машин они волной шли через передний край, сбрасывали, низко пикируя, свой смертоносный груз. Бомбы падали с ужасающим воем, сотрясали и перепахивали землю, рушили окопы, траншеи, ходы сообщения, блиндажи. Советское командование имело существенное преимущество в людях и технике, но эти силы были разбросаны на сотни километров фронта. Немцы же на направлениях главных ударов сосредоточили силы, которые в 4-5 раз превышали численность защитников. А на южном фасе дуги вермахту удалось создать семикратное превосходство в танках. Вспоминает артиллерист Ульянов. Танки были видны как на ладони. Казалось, что ими занят весь горизонт. Правду сказать, они не шли. То июльское утро было солнечным, и над степью стояло марево. Тигры и пантеры будто бы плыли в этом мареве. Четко выделялись стволы, антенны. Вся эта армада перла на нас. Считать мы не стали. Это было бесполезно. Под ударом такой чудовищной силы советская оборона затрещала по швам. На одном из участков Воронежского фронта второй танковый корпус СС Пауля Хаусера всего за 17 часов преодолел первую полосу обороны, которую строили несколько месяцев. Чтобы остановить продвижение немецких войск, уже на второй день битвы пришлось бросить им навстречу танковые корпуса из резервов. Советские контрудары не переломили ход сражений. На дивизии вермахта оказались в положении медведи, которого со всех сторон облепили охотничьи собаки. Немецким частям пришлось распылять силы и кое-где переходить к обороне. Вместо блицкрига немцы получили войну на истощение. Драматичнее всего события развивались на южном фасе дуги. 4-я танковая армия Гота наносила удар на Обоянь, но не достигла решающего успеха. Девятого июня немцы перенесли направление главного удара в сторону Прохоровки. Советское командование приняло решение нанести контрудар по наступающим немецким частям.
Для этого со Степного фронта под Прохоровку была переброшена 5-я гвардейская танковая армия Ротмистрова. Она должна была рассечь главный танковый кулак армии Гота, 2-й танковый корпус СС Пауля Хаусера. 12 июля в 8:30 утра по сигналу залпа «Катюш» гвардейцы двинулись в атаку. Острие главного удара сосредоточилось на 6-километровом участке фронта в 2 километрах юго-западнее Прохоровки. Именно здесь и произошел знаменитый бой, который впоследствии стал именоваться встречным танковым сражением. Однако в действительности встречного сражения не было. Немецкое командование на основании данных разведки предвидело советский контрудар и его направление. В атаку перешла только одна из дивизий Хаусера, в полосе которой не было советских танковых соединений. А 2 другие дивизии временно заняли оборону и приготовились издалека расстреливать русские танки. И вот в наушниках танкошлемов прозвучал сигнал к атаке. Командир легко толкает механика ногой по голове. Вперед! Машина рвет двигателем, лязгает гусеницами и трогается, вздымая в июльское небо облако пыли. Механик в приоткрытый на ладонь люк видит примерно на 100-150 метров. Сейчас от его опыта зависит жизнь экипажа. Он должен правильно оценить обстановку. Как танку двигаться по местности, найти укрытие, не подставить борт противнику. Радист настроен на прием и при необходимости переключается на внутреннюю связь. Он также должен вести огонь из пулемета. Но целиться ему приходится через отверстие диаметром с указательный палец, в котором попеременно мелькают то земля, то небо. Заряжающий в панораму наблюдает за правым сектором. Его задача не только заряжать пушку, но и указывать командиру цели справа по курсу движения танка. Командир смотрит вперед и влево, ищет цели. Из-за тесноты в башне руки его сложены крест-накрест. Левая на механизме подъема орудия, правая на рукоятке поворота башни. Тут уже не до страха. Страх уходит, сменяясь холодным расчетом. Вспоминает Николай Железнов. В атаке включалась какая-то неуловимая дополнительная сила, которая руководила тобой. Ты уже не человек, и по-человечески не рассуждать, не мыслить уже не можешь. Может быть, это-то и спасало. Танки шли на скорости 20-30 км в час зигзагом. Вот командир поймал в панораму танк противника. Толкнул ногой в спину механика-водителя и крикнул: «Короткая!» Это означало короткая остановка. Заряжающему «Бронебойный!» Механик-водитель, видя перед собой ровный участок местности, кричит командиру: «Дорожка!» Это означало, что командир может остановить танк и при необходимости открыть огонь. Заряжающий, досылая снаряд, пытается перекричать рев двигателя и лязг затвора: «Бронебойным! Готово!» Танк, резко остановившись, еще какое-то время раскачивается. Пошло время. Один. Теперь все зависит от командира, его навыков и просто солдатского везения. Неподвижный танк – это лакомая цель для противника. Пот заливает глаза. Правая рука вращает поворотный механизм башни. Прицельная марка совмещена по направлению с целью. Два. Левая рука крутит механизм подъема орудия, совмещая марку по дальности. Три. «Выстрел!» – кричит командир и нажимает педаль спуска орудия. Противник успевает сделать ответный выстрел, но вражеский снаряд лишь рикошетит по броне и уходит в сторону. От удара по танку звенит в ушах. Окалина, отлетевшая от брони, впивается в лицо, скрипит на зубах. Не дожидаясь команды, механик срывает машину с места. Бой продолжается. Советские танки продолжали идти в лобовую атаку по открытой местности. А немецкие «Тигры» и «Т-4» расстреливали советские машины, прежде чем те успевали подойти к ним на расстояние выстрела. Вспоминает Василий Брюхов. «Между нашими танками не больше 100 метров. Только ерзать можно было, никакого маневра. Это была не война. Избиение танков. Ползли, стреляли. Над полем боя стоял непередаваемый смрад. Все закрыто дымом, пылью, огнем. Так что, казалось, наступили сумерки. Танки горели, машины горели, связь не работала.
ходе боев 12 июля армия ротмистрова понесла тяжелые потери. Сам контрудар закончился неудачей и не перерос контрнаступление. Но в итоге и замысел Манштейна по прорыву оборонительного рубежа на Прохоровском направлении был сорван. Потери могли быть и более значительными, если бы неудачные действия 1-й танковой армии Катукова, которая нанесла сильный удар во фланг войск Гота. Этот удар заставил немцев вернуть на Обаянское направление часть артиллерии и других средств, которые направлялись на Прохоровку. За неделю боев немецкие танки на южном фасе Курской дуги продвинулись на 35 километров, но теперь были вынуждены остановиться. На северном фасе Курской дуги уже 12 июля немецкие войска перешли к обороне. Для кого-то бой складывался удачно, а для кого-то и нет. Хорошо, если снаряд попал в моторное отделение, танк заглох, экипаж выскочил. Если же снаряд пробивал башню или боевое отделение, то осколки чаще всего ранили кого-то из членов экипажа. Растекшееся горючее воспламенялось. Тут вся надежда была только на реакцию, силу, ловкость самого танкиста, у которого в запасе 2-3 секунды, пока огонь не охватил боевое отделение. Вспоминает Александр Фадин. В основном ребята были боевые. Пассивные, как правило, быстро погибали. Чтобы выжить, надо быть энергичным. Еще страшнее приходилось тем, чей танк стоял без движения, но не горел. Вспоминает Ион Дегин. В бою не требовалось приказа командира покинуть горящий танк, тем более, что командир мог быть уже убит. Но, например, нельзя было покинуть танк, если у тебя перебита только гусеница. Экипаж был обязан вести огонь с места, пока не подобьют. 13 июля Гитлер принял решение о прекращении операции «Цитадель». Вермахт был вынужден перебрасывать войска на другие фронты. Советским танковым войскам, существенно потрепанным в оборонительном сражении, также требовался отдых и пополнение. Уцелев в бою, безлошадные танкисты поступали в резерв батальона. Но долго отдохнуть не получалось. Ремонтники быстро восстанавливали несгоревшие танки. Бывало и так, что один танк собирали из запчастей нескольких подбитых машин, а иной раз работы оказывались не столь масштабными, но требовали находчивости и смекалки. Вспоминает Иван Никонов. Танк с моста кувырнулся. Зацепили, а вытащить не могут. Но ребята, они асы своего дела. Параллельно речке копают неглубокую канаву. В нее одной гусеницей загоняют танк. Перпендикулярно ему, как бы буквой «Т». Ставят второй. У него разъединяют гусеницу и на ведущее колесо цепляют трос. Получилась фактически лебедка. Вытащили танк, поставили на гусеницы, завели. Части пополняли техникой постоянно, прямо с завода. Уже через 2-3 дня танкист получал новый танк вместе с незнакомым экипажем и снова в бой. Вспоминает Ион Дегин. Трак в крови – это скорее образное выражение. Танк идет гусеницами по земле, по грязи, там любая кровь быстро затирается. А вот корма танка – в крови и в кусках человечины. Зрелище для танкистов обыденное. Ко всему привыкаешь. И даже когда приходилось выгребать из сгоревших машин куски обуглившихся тел своих товарищей, обходилось без истерик. Во второй половине июля советские войска от Курска начали наступление сразу на нескольких фронтах. Уже к 5 августа 1943 года Красная армия освободила Орел и Белгород. В тот же день, в честь этого события, в Москве был дан первый за всю войну салют. Это был салют и в честь танкистов. В 1944 году Т-34 с 76-миллиметровой пушкой оставался основным советским танком. Но с середины года стал постепенно вытесняться танком Т-34-85.
34-ки принимали участие во всех крупных наступательных операциях Красной Армии, закончившихся разгромом большого количества немецких частей. Штабы танковых армий отмечали, что Т-34 перекрывали гарантийные сроки эксплуатации в 1,5-2 раза и показывали практический ресурс работы до 350-400 моточасов. По данным, за 2007 год танк Т-34-85 до сих пор находится на вооружении ряда стран. Кроме заслуженной 34-ки, на вооружение Красной Армии поступала и другая бронетехника. Советский тяжелый танк ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжело бронированным из советских серийных танков периода войны и одним из сильнейших танков в мире. Танк выпускался с 1943 по 1953 год. Аббревиатура ИС означала «Иосиф Сталин». Именно эти танки сыграли важную роль в боях 1944-1945 годов при штурме городов Европы. Создав значительный численный перевес и захватив стратегическую инициативу, советское командование, вводя танковые части в прорыв, взламывало оборону противника и проводило масштабные операции по окружению врага. Немецкие танковые подразделения едва успевали парировать удар, но все чаще, бросая технику, вынуждены были отступать из намечавшихся котлов. Советские танкисты продолжали свою тяжелую боевую работу. Они продвигались все дальше на запад, теряя в сражениях товарищей. Горечь и боль оставались в сердцах будущих победителей. Григорий Шишкин. Если могли, то хоронили со всеми почестями. И могилу выкопают, и салют дадут, и памятничек поставят. А когда бой идет, а потом вдруг отступать надо, или где-нибудь в лесах, в болотах, кто там будет хоронить? А иногда и хоронить было нечего. Вот когда Лешка Синявин на фугасе подорвался, чего там хоронить? Нечего. Командир танкового батальона Василий Брюхов. Под Будапештом захватил две карты 2-й танковой дивизии немцев. Нанесенные на них расположение штабов танковых подразделений позволили определить намерения немецкого командования. За это меня наградили орденом Суворова. Вызвали меня к командиру корпуса Говоруненко для награждения. Сидит он и начальник политотдела Шелек. Командир корпуса с завистью, обращаясь к начальнику политотдела, говорит: «Смотри, Шелек, сопляк, молоко на губах не обсохло, а уже орден Суворова получил». Орденом Суворова награждались командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в управлении войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные при этом решительность и настойчивость. Орден Суворова имел 3 степени – первую, вторую и третью степень. Высшая степень ордена – первая. Орден Суворова занимает высшую ступень в иерархии полководческих орденов. Им награждались командиры, начиная с командира батальона, а орден первой степени мог получить только командующий армией и фронтом. Орденом Суворова первой степени произведено 391 награждение, в том числе им награждено 1 соединение и 2 военно-учебных заведения. Орденом Суворова второй степени произведено 2863 награждения. В том числе он присуждался 676 соединениям и частям Красной Армии. Орденом Суворова третьей степени произведено 4012 награждений. В том числе 849 соединениям и частям Красной Армии. Фронт покатился на запад. Стратегическую инициативу в войне окончательно перехватила Красная Армия. Впоследствии маршал Манштейн с горечью отмечал: «С неудачей операции «Цитадель», равнозначной провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне.
Поэтому операция «Цитадель» является решающим, поворотным пунктом в войне на Восточном фронте. Теперь уже немецкому командованию приходилось предугадывать действия наших войск и латать бреши во фронтах, которые в разных местах прорывали советские танковые армии. Именно они, начиная с Курской битвы до конца Великой войны, составляли основу ударной мощи вооруженных сил Советского Союза.